Уже все работает. Hi guys, this is Safari PN001, made in Ukraine, pump shotgun. However, this is made from Turkish parts. Close up. The gun is not loaded yet. We're going to load it now. Put some number one shot and some buckshot. So it's 5+1. У нас снята с предохранителя, да? Не, не снята. Вот сюда, да? Угу. Ты знаешь, ничего, вроде меньше отдача действительно. Мне тоже так кажется. Recoil is a little bit not as stiff as from the single barrel. Как страшно, что в нос даст этот приклад. Чуть-чуть, да, потому что может дать под глаз. Да. Оно вроде выше чуть-чуть, да, как надо целить? Оно с этого неудобно стрелять, для... с прикладом удобнее. Да. А он сейчас телевизор. Все вроде. Cool, cool shotgun. Good for hunting and for self-defense. Beautiful. You can see that this stock can be folded. Like this, so you can maneuver it easily in your home, in a home defense situation. Okay, guys, thanks for watching. Все, выключай. Еще раз. Давай. Вот это такой жирненький патрон. Класс. Я уже снимаю. Дослал? Досылаю на предохранитель. Тяжелее, да? Чуть-чуть, да, она тяжелее. Страшно, что приклад так будет подклад сразу. Нормально, прижимай, просто голову далеко не подводи, старайся дальше держать. Еще раз. Еще? Угу. А, ну ладно, тогда вот сюда. Кол! Сейчас еще пульку подожди. Как его бить, не знаю. Ну, с такого расстояния, куда, ну, да, куда целишься?